хотели вроде как поменять. Ну, вчера отлично Екатерина себя проявила, и те три пропущенных мяча, вот как бы ее... Так, ну вот быстро у нас события развиваются. Меньше минуты Дублин, да, прошло. Яна Садакова отмечается. Да. Опять. Хлебосолова. Попытка убрать мяч под левую. Ну а здесь потеря. И Дерипаска несется вперед. Удар по воротам. 0-2. Мосполитех уже в два мяча ведет. И Татьяна Дерипаска очередной шаг к 200-му забитому голу делает. 10-я минута. Мосполитех увеличивает свое преимущество. Устанавливает мяч. Делает передачу Газимова. Передача вперед и может...